Готово. Готово. Просто берем, открываем блендер и гостям просто с пылу жару. Смотрите, классный салатовый цвет. То есть она не, ну, не та, не того самого цвета, про который я говорил, такой бледно-блевотный зеленый. Вот, мясо краба. Вот, можно его утопить, можно прям сразу туда прогреть. Ну. И секретный ингредиент, ребят. Вообще, на самом деле, можете сюда добавить какие-нибудь еще виды орешков. Тоже будет неплохо. Но мы сюда добавим. Мы уже готовили на канале как-то пармезановый соус. Вот, поэтому вы знаете, как его готовить. Мы его добавляем сюда.